В Иркутске водители в ДТП снесли два столба. Происшествия произошли накануне. На объездной дороге Первомайский университетский водитель «Тойоты» не справился с управлением, врезался в столб. В результате водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Еще один водитель не справился с управлением на улице Зои Космодемьянской в селе Смоленщина. Водитель «Кио» совершил наезд на столб, после чего световая опора упала на проезжую часть. В ДТП никто не пострадал.